Каждого второго жителя Твери раздражает рост цен на продукты питания, сообщает исследование «Суперджоп». На втором месте идут услуги ЖКХ, а в декабре прошлого года был бензин. Мы решили выйти на главную улицу Твери и поинтересоваться мнением у горожан, что они по этому поводу думают. Вас устраивают цены на услуги ЖКХ? Нет. А почему? Потому что они все воруют. А кто ворует? Управляющие компании. А на бензин, допустим, или на бытовую бензин химию? У меня нет машины, мне этот вопрос не актуален. А бытовая химия, вот как вам? Не актуальна. Угу. То есть только ЖКХ, да? Да. Устраивает цены на услуги ЖКХ? Нет. Нет? А почему? Дороговато. А кого они устраивают-то? Не устраивают? Нет. А вы считаете, дорогие слишком? Что-то дорогое, что-то нет. Угу. А вот ну бытовая химия, как вам, цены нормально? А я редко пользуюсь. А продукты питания как вам? Качество не соответствует. Угу. Хорошо. Спасибо большое. Все, что свое, оно намного раз лучше. Угу. Спасибо большое. Устраивают цены на услуги ЖКХ? Да. А бытовая химия? Бытовая химия, не знаю, нормально все. Угу. Спасибо большое. Устраивают цены на продукты в магазинах? Устраивают. Так, более-менее, да. А цены на вот услуги ЖКХ? Нет. Это сразу нет. А почему? Да потому что воруют. Угу. Банкротят компании. Наша компания 40 миллиардов, миллионов должна Тверь. Мы платим. Энерго. Мы платим, долгов у нас нет. Результата никакого. Да. Так самое что... страшное это ЖКХ. Это вепрь, который, не дай бог вам дожить до нашего возраста. Да, у нас балюк такой есть, который все ворует и ворует. Спасибо большое. Устраивают цены на продукты? Ну, мне нравится, но я... Как бы так, а так все как хорошо. Хорошо, да? Даже ЖКХ вас устраивают цены? Ну, в принципе, нормально, да. Спасибо большое.